В Алма-Ате неизвестные совершили нападение на здание отдела внутренних дел Алматинского района и городской департамент Комитета национальной безопасности. Инцидент произошел 18 июля около 11 часов утра. В результате перестрелки погибли 4 человека, в том числе 3 полицейских. Кроме того, в больнице города госпитализированы 8 пострадавших с различными ранениями. По предварительным данным, задержанный 27-летний, ранее судимый уроженец Кызылординской области, подозревается в совершении убийства женщины в минувшие выходные. В городе введен оперативный план «Сирена». Все сотрудники полиции ориентированы на задержание подельника, задержанного преступника. В связи с произошедшим по поручению президента республики Нурсултана Назарбаева состоялось оперативное заседание Совета безопасности. В ходе совещания были заслушаны доклады министра внутренних дел и председателя Комитета национальной безопасности. Президент Казахстана выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших, поручив государственным органам оказать всю необходимую помощь. Кроме того, глава государство призвал граждан не поддаваться на возможные провокации в информационном пространстве. По итогам заседания Нурсултан Назарбаев поручил министру внутренних дел выехать на место событий и принять меры по стабилизации обстановки в городе.